друзья, хочу обратить ваше внимание на вот это необычное скопление птиц. Ощущение такое, что там рыбы много. И вот они поналетели. И тут и побольше птички, и поменьше. Смотрите, как пеликаны, как они летают. И вот там бабах так пикируют в воду. За рыбкой, все ради рыбки. Вот такая красотища. Там сразу дрочка, да? Ну, да. Тут еще и люди, но люди явно не конкурируют за рыбу. Рыбы уходят, потому что они были очень близко. Вот да, они немножко мигрируют как бы вправо туда, да? Да. Ну-ка. Вот в эту сторону они как-то пошли. Ага. Да, есть динамика. Они же тут вообще слышали. Да. Передвигаясь по бережку, догнали вот это скопление пернатых. Они так... Рыбку скушают, на водичке посидят. И я даже вот подумал, что про них можно сказать, что цель, так сказать, и содержание их поведения состоит в том, чтобы и рыбку съесть, и на воду сесть. Так, посидел, потом опять за рыбкой. Надо сказать, что в таком скопище... А птичек обычно можно видеть и каких-нибудь дельфинов или там морских львов. Вот эту живность, которая тоже любит такие места, где рыбка. Вот. Там у них какая-то борьба даже происходит местами. И так они прямо близко-близко к берегу. Наверное, рыб тут прямо у берега, что ли. Я даже не знаю, чем это объяснить. Вот они. Я хотел вам еще вот такую перспективу показать немножко в другую сторону с солнышком. А то все птички. А тут еще и солнышко. Но не все пернатые охотятся за рыбкой. Вот тут целый пеликаний остров. Смотрите, как они просто на солнышке греются. А если мы так чуть левее возьмем, там другой остров. Ну-ка давайте. Вот он. И там уже другие птички, видите, они так разделились. Да. Мы немножко с другой позиции теперь смотрим на птичек. И ощущение такое, что они уже покушали. Нельзя же так есть, чтобы совсем уже объесться. Вот они тут. Да, это какое-то социальное разделение. Одни птички тут. Белая кость. И черная. Вот там черная. Миша, тут еще монархи летают. Да. Вот они тут много. Там просто близко они на скале. Что-то выясняли отношения. Этого Санта-Крузского маячка, друзья, мы видим такой трак. На нем написано «Peace». В том смысле, что мир. И там еще надпись такая: «Жизнь – это не то, что ты из нее делаешь». Там много разных лозунгов. Так, ну давайте мы подойдем поближе, поснимаем. Так. Тут много творческого народу. Так.
Видите, мы испытываем, переживаем моральный кризис, как страна и как народ, пишут. Да. Те, которые ничего не делают по этому поводу, им должно быть так же стыдно, как если бы они занимались насилием. Да. Значит, присоединяйся к нам. Так. Да. В общем, вот такая вот прикольная штучка. I need gas money to get there. Понятно. И давайте, друзья, мы вот этой красотой закончим наш сегодняшний репортаж о походе вдоль Океанского бережка в городе Санта-Крус.